Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Сегодня мы бы хотели поговорить о кремах. Столько различных кремов, столько различных предложений, рекламы. И женщина как бы теряется, кому довериться, что выбрать. И есть такое впечатление, что при использовании большинства из них не достигается тот эффект, который они обещают на своих упаковках. Что бы вы могли нам посоветовать? Ну, хотела бы так обзор. Да, сегодня существует нам столько всяких линий на рынке и столько положительных отзывов, и очень тяжело найти отрицательные отзывы, потому что компании, естественно, это им невыгодно, и они стараются их просто убрать. И как следствие у человека складывается впечатление, для себя он принимает решение, что это средство хорошее, и оно принесет, даст ему тот результат, которого он ждет от него по рекламе. И, как говорит реклама, затрачены деньги, время, эффекта нет. К сожалению, все вот косметические средства, почти все, не приносят должного эффекта. В крайнем случае, они не вредят человеку. Это еще вот. Хорошо. Да. Вызывают аллергии, покраснение, зуд, шелушение кожи. Такое впечатление, что они, как бы, кто бы поэкзотичнее придумал... В основе лежит реклама, хороший маркетинг. Крем, понимаете, база... давайте делать с этим, а потом, давайте делать с тем. База практически, вы знаете, то, что стоит на полке... Что вы рекомендуете? В магазине, я про чуть-чуть за это, как бы это основной принцип «не навреди». Потому что они боятся всяких судов и всяких... Всяких судов. По латыни это non nocere, да. Не вреди. И поэтому они стараются делать как бы для общей кожу. Каждая кожа индивидуальна. Они не рассматривают эту данную линию. Они не предназначены для специфически для данного человека. Она предназначена... Если бы мне дали возможность, я бы использовал сливочный крем. Сливочный крем, почему? Он вкусный. Вкусный крем. Ну, это да, это хорошо. Да. Поэтому хочу сказать немножко, как мы работаем. Мы сотрудничаем с канадской лабораторией ATS Pharmaceutical. Изготавливаем свою продукцию там для своих нужд и для своих клиентов. Мы подходим индивидуально к каждому клиенту. Рассматривается его кожа, его проблемы. И на основании этого подбираются ингредиенты. И это будет работать. Хотела бы обратить внимание на то, что не нужно, как бы, когда ты молодой, ты не задумываешься об этом. Нужен тебе какой-то крем, немножко наложил, и все. Когда ты уже старше, ты ищешь продукцию и хочешь выглядеть хорошо. Но желательно ухаживать за собой, начинать пораньше. Это всегда выгоднее, чем потом прибегать к более суровым методам исправления. То есть прежде чем выбирать крем, лучше всего посоветоваться со специалистом? Да, конечно, лучше. Мы делаем, если вы придете в нашу клинику, то мы делаем бесплатные консультации. Поэтому... И какой-то индивидуальный подбор для личных. Каждая кожа, она индивидуальна. Каждая кожа. Советуем, какие крема, прежде всего, какие можно процедуры специально для вас. Не просто там общие, ложитесь дермабразию или там лазер. Нет, курс лечения для вас. У нас мы как бы ориентируемся индивидуально на клиента. А это главное, потому что... Прекрасно. Большое вам спасибо. В будущих передачах мы обсудим другие аспекты и обязательно встретимся с вами в вашем кабинете, чтобы вы больше смогли рассказать о приборах, которые вы используете, и о своей практике. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания.